В этом видео я хочу рассказать о виде дренажа на участке, который практически не требует вложений. То есть для этого нам понадобятся пластиковые бутылки объемами 1,5-2 литра, 5-литровые, любые, обязательно с крышечками. Немного песка, лопата, ну и личное время, чтобы прокопать транши и все это дело уложить. То есть у нас появилась проблема на участке, несмотря на то, что у нас косогор. Вначале наверху вот здесь вот стала скапливаться вода. И долгое время она не уходила. Решили проблему исправить таким образом. Я прокопал траншею до склона в ширину с лопату, то есть плодородный слой до плотной глины. Дальше заворачиваем крышки в бутылок и укладываем их вот таким вот образом плотно друг к другу, горлышками в одну сторону. Я сделал еще сверху еще один ряд бутылок для надежности. И потом сверху сантиметров 5 песка. Дальше все это дело мы засыпаем грунтом. Любым. Для того, чтобы изготовленную систему испытать, ямы. Яма у нас прокопана. Дальше туда мы запускаем воду. То есть видим, вода бежит. Здесь у нас уже все уплотнено, утрамбовано. Для пробы мы сделали всего несколько метров, чтобы испытать, будет ли работать эта система. Здесь вот мы видим, что вода прекрасно проходит через всю эту конструкцию. Проходит и идет дальше к склону, уходит с участка. Данный вид дренажной системы, я считаю, испытание прошел успешно. Будем делать дальше.